Подозрение вызвало нестандартное поведение 23-летнего молодого человека. Он, находясь на линии паспортного контроля в пункте пропуска «Адлер», упорно не давал пограничникам провести идентификацию личности. Житель сопредельной республики был задержан, а в ходе личного досмотра выяснились причины такого поведения. В полиэтиленовом свертке, выпавшем из брюк, оказалось 17 пакетиков с порошком белого цвета. Находка была направлена на химическую экспертизу, которая показала, что это наркотическое средство метадон. Возбуждено уголовное дело.